Пришел ко мне друг и сказал: «Совсем я себя потерял. Прошу тебя, помоги со мной меня найти». Ну как я могу отказать? Стали мы вместе его искать. Приметы свои я прошу назови, чтоб было проще тебя найти. А заодно расскажи по пути, о чем ты в детстве мечтал, сказки какие знал. Вспомни свой род по отцу, по матери вспомни родню. Вспомни, кого ты любил, когда не потерянным был. Что делал ты, что умел, чего ты от жизни своей хотел. Ты говори, я не буду спешить, ведь если вопрос твой сейчас не решить, тебе без себя будет сложно прожить». И слушала я, а он говорил о том, что, казалось, давно позабыл. Как в детстве пускали в ручьи корабли, как быстро и ловко плыли они, и он капитан лучшего корабля. «Бери же штурвал», — говорю ему я. Он плечи расправил и громко вздохнул, на палубу смело и гордо шагнул, поправил парадную форму и оглядел свой флот, отчетливо вдруг увидел, как море его зовет. Из капитанского мостика в воду он поглядел, и в отражении, как думаете, кто на него смотрел? Конечно, тот самый, пропавший и снова найденный. Он. Тот автор уходит молча управлять своим кораблем.